Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что? Свяжем. И я Оля. Это канал об узорах простых, сложных, ажурных, рельефных, объемных, разных-разных, всяких-разных. Я приветствую новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите на канал, смотрите видео, не стесняйтесь, гуляйте по каналу. Обязательно заглядывайте в плейлисты, там собраны небольшие коллекции для вашего удобства. Узорчиков очень-очень много. И... Надеюсь, вам видео понравится, поставите свои лайки, напишите свои комментарии, обязательно подпишитесь, чтобы не потерять канал, нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, чата привет вам огромный, а, так скажем, услышала ваши пожелания, и сегодня у нас будут вот такие вот ниточки, да, плюшевые, как еще их называют, и тунисский крючок, да. Вы моя большая группа поддержки, очень много слов благодарности от вас слышу, поэтому я вас тоже услышала и решила к вам сегодня с таким вот новым узорчиком. С этими ниточками уже работали, у нас уже есть такой узорчик с такими ниточками, это Ярнар Дольче, и вот такие вот ниточки Happy Blanket. Смотрите, они одинаковые, единственное, чем отличаются. И то, и то получается 100% микрополиэстер, в этом моточке 100 граммах 120 метров, а в этом моточке 100 граммах 110 метров. И получается по крючку, что нам советует производитель. 6,5 мм брать. Так? А здесь получается 6 миллиметров Ну, поэтому и мы с вами берем 6 миллиметров да, так скажем, средненькую величину. И приступаем. Договорились? Итак, давайте начнем с зелененького. Он, так скажем, у нас его цвета побольше. Кто уже на моем канале, они знают, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 35 петелек. Но мы с вами знаем, что эта ниточка потолще, поэтому сами сделаем 20 петелек. Договорились? Берете удобнее крючок, как вам удобнее. Единственное, чем, чем больше крючок, тем больше хочется его взять вот так вот, как вилку. Да? Итак, делаем петельку фиксации. Все как всегда, то есть ничем не отличается. Единственное, что в дальнейшем мы с вами будем навязывать, так скажем, нанизывать петельки полностью по всему крючку. А так пока начало одинаково. Итак, петелька фиксации. Мы ее сами не считаем. Давайте наберем 20 воздушных петелек. Я думаю, что этого вполне нам будет сегодня достаточно. Договорились? Итак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Вот наш будущий образец. Я надеюсь, что в этом объеме я уложусь показать вам весь узорчик. Так, приступаем дальше. Теперь мы с вами будем работать с нашей косичкой, которую мы только что связали, да, и будем провязывать в каждую петельку, в каждую петельку, вводить так вот крючок, вытягивать ниточку раз вводить крючок вытягивать ниточку 2 вводить крючок вытягивать ниточку 3 поняли да то есть в каждую косичку заходим и вытягиваем ниточку то есть здесь процесс вообще не сложный тут самое главное приноровиться вот именно с крючком вы помните да что первый ряд набирается чуть подольше как раз когда будете набирать первый ряд будете привыкать к крючку Наверняка вы уже вязали с этой пряжи, но крючком маленьким, да? Ну, обычным. Шестерочка, шесть с половиной, семь и так далее. То есть вот так вот нанизываем полностью, да? Видите? Вот у нас так вот петельки нанизывают на наш крючок. Нанизываем, нанизываем. И вот так вот до конца ряда, за исключением петельки фиксации, мы ее не трогаем. Если мы ее тронем, то у нас все вязание распустится. Так? А теперь мы с вами Давайте переключимся на новую ниточку. Итак, смотрите, берем наш новый цвет. Кстати, вы можете вязать и одним цветом. Вы можете взять двумя, тремя, четырьмя цветами. То есть это не принципиально. Я просто показываю принцип узорчика. Ага. Итак, давайте здесь мы его вот так вот немножечко сделаем петельку. Да, тоже фиксации, чтобы у нас не распустилось наше вязание никуда. Вот так вот, раз, сделали. А теперь смотрите внимательно, наша задача провести крючком вот этот первый беленький, беленькую петельку, вводим вот так вот раз в зелененькую, стоп, угу. один раз так сделали, дальше захватываем ниточку только точно так же, как мы все время захватываем крючком, и здесь мы провязываем и белую и зеленую, угу. дальше опять взяли ниточку и протягиваем через сразу две петельки белая и зеленая, сразу две петельки белая зеленая и так далее мы как бы вводим новый цвет и при этом провязываем ряд видите такая вот красота получается и так далее и так далее до конца ряда аккуратненько не торопясь потом когда приноровитесь у вас будет собственная как бы скорость и у вас все получится быстро быстро и качественно угу. И все. И вот так вот по 2 петельки провязываем, провязываем, провязываем. Вот. До конца. Красота. Гляньте, какая косичка получается. А теперь смотрите внимательно. Сейчас мы с вами берем... Вот мы, получается, зелененькую как бы провязали, да? Вот наша петелька от первой зелененькой петельки. Ориентир зеленые петельки. Вторую зелененькую вводим крючок в зеленую. Вытягиваем белую ниточку. Есть. А дальше, внимание, Делаем накид и следующий провязываем две зеленые вот так вот протягиваем ниточку угу, две у нас как бы снизу в зелененькой получается вот такая вот галочка да но вы потом увидите накид опять берем две зеленые ниточки протягиваем ниточку накид следующий опять две зеленые ниточки протягиваем белую накид Две зеленые вместе, вот так вот, белую, две зеленые вместе, белая, две зеленые вместе, белая, две зеленые вместе, белая и так далее до конца ряда. Накид, две зеленые вместе. Видите? Вот у вас будут первоначально вот такие вот зеленые галочки получаться. Так, а дальше переключаемся опять на нашу зеленую ниточку. Угу. Итак, перехватываемся. Вначале провязываем с вами одну беленькую петельку. Вот так вот. Раз. А потом будем провязывать по две. Итак, зеленая и белая. Угу. Зеленая и белая. Опять зеленое-белое. Мы как бы протягиваем зеленую петельку зеленую ниточку, вернее, через все-все-все петельки. И возвращаемся к началу нашего ряда: зеленая-белая, зеленая-белая, зеленая-белая и так далее. Вообще несложно да? единственное, просто приноровиться непосредственно к самому крючку. Когда вы будете взять, например, большой плед, либо это будет, например, там кардиган, кофточка, спинка, там и так далее, да? Очень будет удобно. Итак, смотрим. Вот такая вот красота у нас получается, видите? У нас получились уже полноценные, мы видим зеленые галочки. Теперь мы будем делать точно такие же галочки белые. Каким образом? Итак, вот у нас первая петелька. Дальше мы берем, провязываем с вами. Две петельки, накид, две белые, да, по белым идем петелькам, накид, две петельки, накид, две белые петельки, накид. Самое интересное, что вот именно цветное все хорошо видно, да, то есть не промахнетесь, никуда не уйдете. Накид, две петельки, накид две петельки накид и так далее и так далее все петельки у вас на вашем длинном крючке так накид и последняя петелька есть вот видите и формируется получается вот эти вот беленькие уже галочки угу. все как бы принцип понятен узорчика давайте еще раз переключимся на белый и ваша задача провязать несколько рядочков точно так же. Одна в начале петелька, а потом по две петельки. Белая и зеленая. Белая и зеленая. Белая и зеленая. Понятно, да? Вот, давайте до конца ряда. А здесь я вас встречу. Так. Вот такая красота получается, да. Смотрите, самое интересное, что здесь вообще не запутаться. Вы видите галочки, да? И вы просто продолжаете узорчик по галочкам. То есть белой ниточкой вы берете две петельки, Раз, два, и провязывайте вместе. Угу. Накид. Раз, два, и провязывайте вместе. Накид, раз, два. И провязывайте вместе. То есть, если вы посмотрите, так, вот ваши галочки. Угу. Красота! Красота! Давайте вырастим э, на несколько рядочков наш узорчик и посмотрим, что в итоге получается. Договорились? Давайте встречаемся, черница рядочков. Так, девчат, смотрите, провязала несколько рядочков, да? Принцип узорчика понятен? Понятен. Классно? Классно. Конечно, он получается односторонний, но не страшно, зато здесь красота. Не такой плотный, как мы до этого вязали, помните, да? Вот такой вот был. Классный ромбики, но он очень плотный, он очень толстый. Если, конечно, хотите сделать очень тепленький, там, возможно, пледик, подушечка, кардиганчик, кофточка, то да, классный этот узорчик будет. А этот, смотрите, более такой рыхленький, видите? Он даже вон просвечивает, видно. То есть тоже будет очень интересная моделька и чуть поменьше, так скажем, плотности. Итак, например, допустим, гипотетически я уже связала, на этом достаточно. Я потом могу переключиться на обычный крючок, да, то есть я большой туниский убираю, вот у меня есть тоже шестерочка, так, то есть вы как захотите шестерочка, шесть с половиной, семерочка, как вам удобно, переключайтесь и все, и дальше, например, у вас будет обвязочка, ну допустим, да, то есть вы сделали там петельку подъема и получается в каждую петельку, да, вот перед, допустим, вот ориентир перед беленькой, после беленькой, вот так, вот между беленькими, да, вы вводите крючок, например, пусть это будет там а, полустолбики, там, да, так вот раз, накид ввели крючок в петельку, вместе провязали, накид между беленькими ввели. Вот и интересно хорошо тем, что разными цветами показывать вам узорчики, да, что когда разные цвета, ориентироваться проще, правильно А дальше вы уже, когда принцип узорчика поймете, вы можете и один цвет брать, и два, и три, и четыре. Вот. И если, например, у вас это обвязочка, это у вас кофточка, вот, пожалуйста, шикарная будет вам обвязочка, верно? Если, например, у вас будет пледик, вообще супер, смотрите, сделали один рядочек, может быть, полустолбиками, да, сделали зелененькими, вот в моем случае, если мои цвета брать, следующий у вас ряд будет беленьким, захотели рачим шагом, захотели полустолбиками, в любом случае, смотрите, как смотрится шикарно, очень шикарно смотрится, ну, чуть поплотнее будет вязочка, чем сама основа, но зато эффект какой, да? нам необходимо замерить, сколько приблизительно будет это в сантиметрах. Ну, предположим, что вы берете такую же пряжу, такой же крючок, да, то есть использовать можно даже да, данный узорчик же в любой пряже, правильно? То есть такой же крючок, такая же плотность вязания, ну, это 19,5 сантиметров, да. А тут получается, сколько у нас рядочков. Вот мы набрали ряд, потом, давайте по, по галочкам, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, грубо говоря, 8 да, галочек и обвязка один ряд. Так, сколько это у нас? Ну, 13 с половиной. Ну, может, даже и 14. Интересно, да? Интересно. Конечно, чем больше изделия, тем больше вы, естественно, потратите пряжи. Но не забывайте, что образец на то и образец, что вы нашли площадь, нашли, сколько у вас здесь, ну, вы потратили пряжи, и потом можете на все изделие пересчитывать. Да? Здорово. Ну, вот так вот тянется. Видите, показываю, тянется. Видите, к елочке. Очень интересный. Очень и очень интересный. Как раз э, осенне-зимние варианты одежды можно да, использовать обязательно. Я надеюсь, видео вам понравилось. Вы оставите свои лайки. Напишите обязательно комментарий, куда можно использовать данный узорчик. Вы большие фантазеры. И у меня надежда вся на вас. Да? Жилеточки, кардиганчики, кофточки, подушечки, пледики. И еще бросайте идеи. Не забудьте подписаться, кто еще этого не сделал. А также Нажимайте на колокольчик, и вы узнаете, когда вышло новое видео на моем канале. А также, девчата, не забывайте делиться под видео. Есть стрелочка, делитесь со своими подружками в соцсетях. Заранее спасибо большое. И спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Мне очень приятно. До новых видео. Всем пока-пока.